Стекло прям горячее, долго держать нельзя. Современное остекление развивается стремительно. И одно из последних достижений, которое появилось в Красноярске, это стеклопакеты с подогревом. Об этой инновационно горячей технологии и других решениях, которые могут сделать вашу жизнь лучше и комфортнее, расскажем в программе «Архитектура стиля». Теперь огромные панорамные окна или модные сейчас портальные раздвижные системы можно устанавливать с еще большим спокойствием, так как наряду с тем, что такие конструкции максимально герметичны, с помощью инновационной технологии подогрева стеклопакета пространство в комнате можно сделать комфортным без дополнительных отопительных приборов. Тем самым вы уже начинаете экономить на установке системы отопления, потому что она не понадобится, и сокращаете затраты на энергоресурсы. Несмотря на то, что окна с подогревом дороже, чем обычные окна, но они экономичны в плане энергопотребления, и такие окна вам могут окупиться буквально за 2 года. Кроме того, что термостеклопакеты экономят электроэнергию, они исключают появление конденсата, равномерно генерируя тепло, даже в суровые морозы не покрываются ледяной коркой, устойчивы к перепадам температур и повышенной влажности. Применение инновационных технологий, постоянное повышение качества продукции и контроль на всех этапах производства позволяют крупным производственным компаниям создавать конструкции любой сложности в короткие сроки и по максимально комфортной цене для потребителей. Поэтому красноярцы оставляют много положительных отзывов. Решили обновить дизайн своей лоджии. Обратились за помощью в компанию. Пользуясь случаем, благодарим за своевременное и качественное выполнение работ. Стало уютно и красиво. Позвонила. Приехали оперативно. Со сроками не задерживали. Все сделали вовремя. Качественно. Я довольна. Окна, термобалконы, лоджи установлены специалистами крупной производственной компании. Не только красивы, но и прослужат вам очень долго. На немецкий профиль гарантия до 50 лет. Огромную роль в долговечности играет армирование профиля по всему периметру и правильный монтаж. Чем отличается правильная установка конструкции? Окно сдвигается в более теплую зону. Со стороны улицы прокладывается гидроизоляция и пароизоляция со стороны квартиры. Монтаж конструкции осуществляется строго по уровню на подставочный профиль. А для тех, кто очень хочет теплый балкон, но есть ограничения по весу оконной конструкции, производители предлагают 6-камерный профиль, в котором нет стального армирования. Но благодаря использованию инновационного материала он такой же прочный и даже еще более теплый. Также окна можно сделать безопасными, установив на них противовзломную фурнитуру и ручки с замком. В плане дизайна вместо привычного белоснежного цвета можно выбрать ламинацию. Особенно сейчас пользуется популярностью эко-стиль – ламинация под фактуру дерева. Компания «Махаон» входит в 100 лучших товаров России. Официальный представитель «Рихао». Только до конца недели скидка 50% на окна, балконы и лоджи. А при остеклении коттеджа выгода до 200 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас 228 70 88. Офисы в каждом районе города.